тема. А сегодня раз усвоил? Да, а как же? Да. А как же? Здравствуйте, лучше раз вас. Добрый день. Добрый день. Да. Это ваши ребята? Нет, нет. Я подглядываю. Любим солнечные ванны, загораем круглый год. И зимой на диване, и лицо на дорогу. За границу неплохой там народ. Ты на Брайтон, а я в Ниццу. Или все наоборот. Гадь, я звонил, теперь не могу дозвонить. Вообще не делал. Никогда не звони тем, кто не перезванивает. Че? Ни за что. Пожалуйста. Владимир Иванович, любим, восхищаемся, и пора собираться за столом. Да, прямо сейчас. Прямо сейчас, после программы. Это точно. О, я люблю тебя. Этого достаточно? Владимир Иванович, дорогой, ну, что я могу сказать? Я знаю только одно, что ты, Анечка, Боря, это моя семья. Поэтому я тебе желаю крепчайшего здоровья, что в наше время всем столь необходимо. Сказать, что я тебя очень люблю. А Левчик и Вовчик – это уже классика. А, настоящие, неразлучные, народные Владимир Винокур и Лев Лещенко, или как они друг друга называют, Вовчик и Левчик, сегодня в этой студии друзья, родные, все самые близкие этого легендарного дуэта вместе с ними отметят полтинник этой закадычной дружбы. Ура! Поехали! Спасибо! Дайтесь кого-то туда-сюда, да ты вправду суперзвезда. Ты парень стройный и так поешь, кого захочешь, с ума сведешь. Но так уж вышло моей судьбе, я подражаю всю жизнь тебе. И мне приносят твои цветы. Звезда ведь Лёва, звезда ведь Лёва, звезда ведь Лёва, конечно, ты. По-братски разделим мы престол. За жизнь мы успели сродниться. Мы просто какой-то двухглавый орел, красивая гордая птица. Пускай не вместе мы смотрим сны, с тобой друг другу всю жизнь верны. Мы друг за друга всегда горой, но все ж ты первый, но все ж ты первый, но все ж ты первый, а я второй. Ты не умеешь, мой друг, считать, нам вечно в небе вдвоем летать. Вдвоем достигнем мы высоты. Вторым я буду, а первым ты. По-братски разделим мы престол. За жизнь мы успели сродниться. Мы просто какой-то двухглавый орел, красивая гордая птица. Мы просто какой-то двухглавый орел, красивая гордая птица. По-братски разделим мы престол. За жизнь мы успели сродниться. Мы просто какой-то двухглавый орел, красивая гордая птица. Я надеюсь, что он этого не скажет своим голосом. Я все такое перегрел. Пошел, вы знаете, на счет три. Готовы? Раз, два, три. Стоп, подождите. Давайте.
Давайте перед тем, как вы это сделаете, я скажу на камеру, что никакой ответственности за этот фокус я не несу. Ну, на всякий случай. Понятно. Какой вы? Это вы, Джек? А, да, я понял. Может, вы быть? Давайте все-таки, давайте будем, давайте я сам это сделаю. Я предлагаю Наташу на платье. Команда, без которой нам не жить. Свечи, детские сказки на синих ладонях несет корабли. Сегодня вместе поздравляет нас народ. Будем снова петь мы песни или все наоборот? Начало это. Ну все, да? Голос. А, спасибо. Давай. Моя была удача. Давай. Было шикарно. Не понравилось? Да. Мне кажется, надо без монтажа просто все второй дубль сделаем. Все говорят, говно, мне понравилось. Обычно после спектакля выходит. Говорят, ну как тебе? Ну, все говорят, говно. Мне очень понравилось. Ну, отмазка примерно. Поехали, Вов. Поехали.